Про найголовніше за 25 жовтня поговоримо із Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, раді вас вітати, але перед тим, як почати, ми тут традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії. Просимо поставити цьому відео прямо зараз лайк, також написати коментар, звідки ви нас дивитесь, ваші міста, пишіть протягом стріму, будемо все зачитувати, ваші країни, ми все бачимо, все читаємо, дуже цікава географія нашої з вами аудиторії. І також підпишіться на цей YouTube-канал, тому що так, ті меседжі, ті теми, які ми будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. І, пане Романе, починаємо з важливих заяв на правду президента Зеленського. Він сказав, що 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією на полі бою. Пане Романе, на вашу думку, куди їх можуть кинути? Безпосередньо на який напрям? Тут треба ваша аналітика. Та на вашу думку, все-таки 12 тисяч військових КНДР, наскільки вони можуть зараз створити для нас, для Збройних сил України, серйозні проблеми на полі бою? Ну, если где-то в одном месте 12 тысяч одновременно появится, то да, это будет действительно для нас проблема, на нее надо будет реагировать уже не в общем потоке наших планов, то есть выделять эту проблему и с ней ее уже решать. Но вряд ли именно 12 сразу появится. Скорее всего, около 1500, то есть, ну, грубо до полка, может быть, там 2-3 батальона. Ну, где-то так примерно есть. Около полка появится на, скорее всего, Курском направлении. Может быть, где-то на Белгородском. То есть Путин будет их использовать сначала на российской территории, не давая команды заводить их на украинскую территорию. Потому, ну, скорее всего, это все-таки будет Курщина. Оптимальный вариант использовать сейчас на данный момент тех же северокорейцев – это дать им возможность где-то закопаться. То есть не сразу в бой бросать там, под обстрел, а где-то дать закопаться. Я так думаю, где-то на правом берегу Сейма. Это оптимал для начала, по крайней мере, определенных действий. Но есть логика определенная. Формулы подхода, завода войск, на начало определенных кампаний, то есть примерно где-то так. Им обозначат где-то ППД, пункт постоянной дислокации, они его оборудуют, может быть, это будет несколько километров, может быть, там десяток километров, допустим, предполагаемой линии обороны, а дальше уже после того, как забазируются где-то в каком-то месте, дальше оттуда их уже будут перенаправлять, может быть, опять же, точечно для выполнения уже боевых задач на линии боевого соприкосновения. То есть, скорее всего, это будет так. Опять же, все дело в количестве. Если это будет там 1,5, 2, 3 тысячи даже северокорейцев, ну, мы их сильно не заметим, если нам не подсветит их разведка специально для уничтожения. Этот вариант возможен. То есть, на интересанты, их очень много, уничтожение северокорейских военнослужащих в мире, они могут, ну, запросить, по крайней мере, использование их средств поражения непосредственно по этим северокорейцам. И тогда, конечно, будет важно, где они находятся. Так реально такое количество корейцев нам не очень опасно. То есть мы его даже не заметим. А вот 12, там 10, больше 10 тысяч, если будут появляться в одном месте, тогда да, тогда реакция будет адекватной. Тогда надо на противодействие где-то бросать 2-3 бригады наших уже и купировать эти действия уже северокорейцев. Опять же, заходить они будут долго. Им надо однозначно сначала переводчики, им надо определенное время для адаптации, для того, чтобы вклиниться в систему управления, в систему съема информации. То есть там очень много этих моментов будет, связанных с вводом войск именно северокорейских, в зависимости от принятия решения, как их будут заводить. То есть по воинским частям, допустим, будут разбрасывать, либо где-то точно. Но пока это еще пока непонятно. Сейчас посмотрим. Ну, в ближайшее время это будет ясно, в ближайшую неделю, в принципе, вся эта информация уже будет у нашей разведки. Она, естественно, с общественностью мировой, в том числе, ею поделится. Пане Романе, вкотре звертаємося і до наших глядачів, що ви можете писати свої думки під YouTube-трансляцією, також писати, звідки ви нас дивитеся. Бачимо, що вже є коментарі. Нас дивляться із Чернігова, з Бучі, з Житомира. Великі вітання усім передаємо і дякуємо за вашу активність. Пане Романе, до північнокорейських військових окупантам вочевидь, не сподобалося, що їм на допомогу в Курську область перекинули північно-корейських солдатів, тому що з'явилося прихоплення від ГУР, оприлюднило Головне управління розвідки України, і в цьому перехопленні йдеться, що окупант у розмові зі своїм командиром, він обурюється, що йому наказали забезпечити північно-корейських військових, які прибули до Курської області, дефіцитною бронетехнікою. І окупант сказав, що я вб'ю корейців, а потім того, хто віддав наказ про техніку для солдатів КНДР. Чи це знаком того, що вже з'являється хаос такий не тільки в комунікації, що він передбачений і надалі, і що це буде впливати на виконання бойових дій? І як це повпливає на ведення бойових дій? Ну, если говорить о каких-то точечных проблемах, то действительно они могут быть на уровне, начиная от бытовых и заканчивая там подразделения какого-то. Но если смотреть глобально, то ни одна воинская часть, которая выполняет боевую задачу, не откажется от помощи, внешней помощи, какой бы она ни была. Потому здесь нельзя говорить о глобале каком-то недовольстве, по крайней мере. Однозначно российские войска довольны тем, что часть проблем возьмут на себя кто-то еще, тем более не с общей когорты. И перебросить, допустим, серьезные проблемы на плечи несослуживцев, ну, это одна из основных задач у россиян будет. Сейчас они будут нагружать северокорейцев всем, чем только можно, и затыкивать во все дырки их практически сразу. Самые такие серьезные проблемы будут их туда засовывать, так как свои части, своих военнослужащих и подчиненных будут беречь. Понятно, недовольство будет вызывать то, что, допустим, надо делиться с северокорейцами определенной частью боеприпасов. В принципе, такого рода помощь, она должна заходить со своим, так сказать, боезапасом. Скорее всего, спешили, очень сильно спешили. Ну, это Путин спешил показать участие северокорейских войск, причем не отрицая это участие, не снабдив их достаточным количеством боеприпасов, техникой, и во время на переброску, одно дело перебросить, допустим, военнослужащих, это мог сделать какой-нибудь Руслан, Ан-124, который улетел, вернее, вылетел там с Владивостока и сел где-нибудь в Мачулищах в Белоруссии, выгрузил там часть этих северокорейских солдат. А вот техникой обеспечить тоже сложнее. Потому, может быть, как раз именно из-за этого, из-за спешки, первые части северокорейцев заходят без техники. Но следующие где-то через пару недель техники где-то добираться с Дальнего Востока 2 недели железной дороги. Ну, 2, может быть, там 3 недели. То есть с загрузкой, погрузкой какой-то, может быть. То есть, грубо, уже в следующем месяце, где-то в середине, мы уже заметим и северокорейскую технику, на которой будут горцевать северокорейские военнослужащие. Пане Романе, про боєприпаси, звичайно, сьогодні ще поговоримо. Втім, давайте по іншим фронтам пройдемося. Головком Сирський спростував заяву Путіна, диктатора, про нібито оточення 2000 українських військових на Курщині. Також пан Сирський підкреслив, що українські підрозділи продовжують успішно виконувати бойові завдання на цьому напрямку, тобто на Курщині. Тут питання до вас, пане Романе, як до військового аналітика. Чи дійсно об'єктивно могла бути загроза оточення наших військових на Курщині? Та загальна, яка зараз ситуація у нас там, на Курщині? Чи дійсно ворог намагається виконати той указ Путіна? Пам'ятаєте, ми з вами говорили про повернення тих територій, які вони вже втратили. Ну, Путину надо было обозначиться перед Бриксом, то есть перед представителями Брикса о незначимой проблеме, которая является для Путина, допустим, Курская операция. Потому он придумал, ну, это ЦИПСО, это Центр информационно-психологических спецопераций, придумала такого рода операцию, в которую был задействован в том числе и первое лицо, то есть глава государства, подав информацию о том, что все украинские там военнослужащие уже по котлам отрезаны и так далее и тому подобное. Ну, надо было что-то придумать, потому что слишком плохо они смотрелись, когда собираются на территории России там несколько десятков представителей государства и самого БРИКСа, и желающих рядом потоптаться. И в это же самое время украинские войска находятся на российской территории, выполняют определенные боевые действия. Поэтому пытались нивелировать. Сырский здесь очень правильно, грамотно все разложил по полочкам. Выполнение боевых задач, которое идет по плану, с полным управлением всеми процессами и с увеличением, кстати, динамики наступательных операций. Сейчас у нас, мы сейчас там двигаемся по некоторым направлениям, есть положительная динамика. То есть продолжается операция по сковыванию российских войск. А вот как раз метод, который выбран, тоже очень грамотно. Маневренные бои, так называют. При маневренных боях выполняется очень много операций на грани выполнения задач армейской разведкой. То есть заходом в тыл и так далее и тому подобное. Идет определенное движение по периметру, по прорывам. Ну, то есть это целое, это маневренные бои. Это не стационарные какие-то линейные бои вдоль линии боевого соприкосновения. Причем как раз попадают в окружение россияне, пытающиеся разрезать, допустим, некоторые наши линии коммуникации, они попадают под фланговые удары, и там практически дорога от Снягости до Любимовки и дальше в сторону Новоивановки, она усеяна российскими трупами тех и солдат российских, и техники, которые попали под эти фланговые удары. Тут, там уже некого брать в плен и некого окружать, идет просто уничтожение. А вопрос, допустим, о наших действиях, но если посмотреть по аналогии, вспомните прошлый год, как заходил тот же ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы двигались. Они были в окружении, когда к Москве подходили? Ну, выполняли боевую задачу какую-то, да, там целые несколько тысяч вагнеров, тогда Пригожин их вел на Москву, они были в окружении? Ну, с точки зрения нахождения мест по местности, да, они были в окружении, но в это время выполняли боевую задачу. Почему? Потому что именно такими методами выполняет боевые задачи любое разведподразделение. Заходит в тыл противника и, находясь с точки зрения наведения боевых действий в окружении, оно само ведет боевую задачу, выполнит ее, уходит обратно или возвращается, или наоборот, делает определенный прорыв. Потому действия наших войск сейчас, а это очень важно, наши войска на Курской территории под полным управлением, Сырский непосредственно занимается этой операцией. Потому генерал, когда, а тем более, когда уже генерал начинает говорить и опровергать слова руководителя российского государства, ну это уже что-то значит однозначно. Пане Романе, про втрати серед окупаційної армії, про те, що Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень. Тільки це стали найбільшими втратами армії Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії. На вашу думку, наскільки реальною може бути така цифра, якщо ми говоримо про 40 тисяч? Це очевидно, що із пораненими, із вбитими, і, можливо, з полоненими. Чим обумовлена ось така кількість втрат, така цифра? Ну, это цифры коррелируются с данными нашего Генштаба, то есть они недалеко уходят. Примерно больше 1000 российских террористов ежедневно уходят с поля боя разными путями. Кто-то 200-м, то есть погибает, кто-то 300-м, по частям вывозят там, без головы, без рук, без ног, в зависимости от поражений. Кто-то попадает в плен, а еще кто-то уходит 500-м, так называемым, то есть уходит в СЗЧ, самовольно залишившим частину. У россиян тоже это довольно-таки серьезная проблема. Потому вот это потери, они практически потери, которые никогда больше на поле боя не появятся. Это тяжелые, особенно тяжелые 300. То есть и общая цифра, еще раз повторюсь, она примерно подтверждается и цифрами нашего Генштаба, может быть там плюс-минус какие-то сотни или тысячи. Но россияне, дело в том, что при таких больших потерях россияне восстанавливают эти потери. То есть у них примерно такое же количество будущих уже российских террористов, геноцидников становится в строй тоже ежедневно. Больше 1000 россиян через рекрутинговые центры, правильно налаженная, кстати, работа рекрутинга и денежного определенного содержания, некоторых вступительных взносов, то есть этот паритет между потребностью и возможностью российского бюджета дает возможность россиянам восстанавливать эти потери, и пока держится паритет на линии боевого соприкосновения, но, тем не менее, за счет уменьшения количества техники, боеприпасов, снижения после уничтожения большого количества российского личного состава, более-менее профессионального, заход непрофессионалов на линию боесоприкосновения, количество резервов российских уменьшается. И часть этих резервов, всего лишь часть, используется сейчас, ну правда вся практически, используется на Восточном фронте. Почему мы сейчас видим это продолжение летней военной кампании в районе Покровска, того же Селидова и Курахова. Пане Романе, попри очевидно успішну спецоперацію на Курщині, давайте поговоримо про ті тривожні сигнали з інших фронтів, але вже, на жаль, з нашого боку, про те, що росіяни готують наступ на Запорізькому напрямку, хочуть максимально підійти на відстань пострілів артилерії до міста Запоріжжя. Про це переконують наші військові. До кордону з Дніпропетровщиною областю менше ніж 30 кілометрів. Також з'являється інформація про те, що армія РФ прорвалася у Вишневе, це трохи західніше від Селидове. Про це переконують наші бійці Збройних сил України. Ситуація там, кажуть, критична, бо через Селидово, зокрема, проходять ключові транспортні маршрути, які пов'язують Донецьку та Дніпропетровщину. Пане Романе, питання до вас. Наступ на Запоріжжя, наскільки він можливий, на вашу думку, то давайте розглянемо і хороший сигнал, позитивний для нас, і негативний, можливо, у вас є третій сценарій, і чи є в них сили, ресурси на це, і підійти артилерію до Запоріжжя, що це означає фактично, які це переваги надасть ворогу в даному питанні? Стратегические планы Путин прописал в Конституцию России. Мы уже неоднократно об этом говорили. Давайте еще раз повторимся, чтобы понимать, какая стратегия у Путина на ближайшие там, несколько месяцев или лет. 5 украинских областей, Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Путин прописал, ввел в правовое поле Российской Конституции. Потому это план для, с их точки зрения, захвата этих областей до границ, административных границ этих областей. Потому Луганскую область, вот они пытаются полностью захватить, мы держим еще часть Луганской области, Белогоровка держится. Часть Донецкой области они пытаются захватить, вот это движение сейчас в сторону Покровска, как раз с основной стратегической задачей выйти на границы Донецкой области, как, хотя бы на западные, не говоря уже о северных, до северных еще далеко. Та же самая картина в стратегии движения россиян и по Запорожской области, и по Херсонской области, с захватом города из Запорожья и Херсона. Это понятно не сейчас. Я говорю сейчас о стратегии, там, может быть, на несколько лет рассчитанной Путиным. Подготовка, допустим, к движению в сторону Запорожья россиянами будет вестись постоянно, ну то есть понимая, какие стратегические планы, естественно, исходя из этих стратегических планов, они будут готовиться к движению. Вопрос планирования и начала действий – это две разные разницы. Иногда разделенные во времени бывают и десятками лет. Потому на данный момент говорить о начале каких-то действий, именно в выполнении стратегических задач, пока не приходится. Почему? Потому что у россиян нечем наступать. То есть выполнить масштабные наступательные действия в сторону Запорожья просто нечем. То количество ресурсов, которые у них есть, оно сейчас в основном сосредоточено на восточном направлении, в районе того же Селидова. Вот правильно вы говорите, они прорвались на Вишневое с юга. Был прорыв, сейчас его купируют, по крайней мере, действительно очень опасный, потому что практически шли на перерез основной дороги, которая снабжает Селидовский гарнизон. Так вот, там около 70 тысяч россиян сосредоточено, и исходя из определенных формул войны, их там должно быть раза в 2 больше для того, чтобы, допустим, давить на Покровск, на Селидово, на Курахово, расширять это оперативное пленение. У них нет такого количества сил, средств, они только половину нужного потенциала используют, половину, 70. Потому до Запорожья или на Запорожье россияне сейчас, может, и хотели, и планируют, но только нечем. Нельзя дать им этой возможности, нельзя дать остановить боевые действия, там, перейти на какой-то замороженный механизм. Почему? Потому что они тут же начнут восстановление, а так как потенциалы у них позволяет, он больше, чем у нас, они восстановятся и вот тогда пойдут на Запорожье. Потому на данный момент надо понимать, что эти стратегические планы у Путина есть, но и выполнять он сейчас, на данный момент, он просто не может. нельзя подпускать к Запорожью на дальность выстрела артиллерийской артиллерии. Никого. То есть нет, нельзя подпускать российские войска. Мы, кстати, остановили их в районе Харькова, то есть не дали им подойти к Харькову на дальность выстрела среднего, по крайней мере, армейской артиллерии. И вот та же самая картина. Нельзя, конечно, подпускать областным центрам армейскую арту. Иначе будут такие же проблемы, как сейчас вот есть у Херсона, ну, по крайней мере, его восточной части. То есть они достают туда артой, и там очень опасно находиться. Та же самая картина с FPV-дронами, дальность там 7-8 километров, с удлинением есть некоторые каналы удлинения там, до 12-15. То есть это все фронт нельзя подпускать к областным центрам, а от Харькова и от Херсона еще это двигать надо. А сейчас вопрос возникает после того, как россияне увеличили дальность планирования кабов, планирующих авиационных бомб. Они могут доставать еще и до Запорожья с помощью каба. Вот сейчас в последнее время как раз жители Запорожья чувствуют на себе эти удары кабами, как и Херсон, и Харьков. Потому надо принимать срочно решение по этой проблеме. То есть надо разворачивать в районе Запорожья, естественно, и Херсона, и Николаева, дополнительные силы зенитно-ракетных войск и уже начинать подтягивать авиацию. Почему? Потому что слишком затянули в боевые действия F-16. То есть, по крайней мере, того, что обещали, пока еще не видно. Они могли бы вопрос решить. По крайней мере, по Запорожью так это точно. Але, пане Романе, в продовження цієї теми з не надто позитивною заявою виходить заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорин. Він каже про те, що готувати Дніпропетровську область до оборони необхідно вже сьогодні. Сьогодні військові запевнили, що до виходу на кордон Дніпропетровщини залишилося 29 кілометрів від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського. Пане Романе, чи бачите ви щось надкритичне в таких заявах? Чи це, звичайно, в принципі, заклик до місцевої влади і до військових про те, що треба будувати фортифікації? Дело в том, что военные всегда готовятся к худшему варианту. То есть, когда ты готов к худшему варианту, тогда все остальные варианты решаются. И здесь в этом смысле Жорин однозначно прав. Подготовку надо вести по самым худшим сценариям, которые только могут быть. Потому однозначно фортификационные сооружения в непосредственном контакте с военными – это очень важно. Не просто перекопать поля, где попало и как попало, списать деньги на это, а именно непосредственно связываясь с командирами по направлениям, работать там, где им сейчас на данный момент удобно. Вот с востока, допустим, где сейчас можно удерживать или начинать, или продолжать фортификацию? Да в районе Покровска. Что такое сейчас бои в районе Покровска? Вот мы остановили россиян под Покровском, так это ж прикрыли Днепровскую область, то есть Днепропетровскую область, извините, именно с востока. И потому туда сейчас надо на Покровск бросить дополнительные силы, включая в том числе и Днепропетровскую, то есть днепропетровские силы, которые могли бы помогать и помочь в районе Покровска. Вот что надо делать. Та же самая картина в районе Гуляйполя. Но опять же, до Гуляйполя там еще далеко, там надо под пологами проводить определенные фортификационные, помогать, по крайней мере, проводить определенные фортификационные сооружения. Именно властям Днепропетровской области, получается, именно на этих граничных, так сказать, рубежах Днепропетровская область на данный момент и останавливается. Это не значит, что там под Днепром сейчас или там под Павлоградом надо что-то начинать рыть. Нет. Если удержим их под Покровском и под Гуляйполем, так не надо ничего и рыть будет под Павлоградом. Так это лучше как раз для днепропетровцев помогать сейчас дончанам и Запорожью выполнять такого рода задачи. Вот с такой точки зрения надо подходить. Еще раз повторюсь, непосредственно надо запрашивать, где эту помощь прилагать тем генералам, которые занимаются по направлению. Пане Романе, ви сьогодні згадували вже про артилерійські снаряди, проте є інформація, що окупанти останнім часом частіше застосовують проти українських воїнів снаряди північно-корейського виробництва, ніж російського. Також ворог користується снарядами, які надає Іран. І у документах певних сказано, що останнім часом лише 30%, які Росія використала для атак, були саме російського виробництва. А інші 60%, що залишилося, передала Північна Корея, і 10% відповідно це Іран. Виходячи з усього, що 30% це ті артилерійські снаряди, які використовує Росія з власного виробництва, 70% це те, що передають інші країни. Чи є нині проблема, виходячи з цього повідомлення, у виробництві російських снарядів? І наскільки довго Північна Корея та Іран здатні будуть підтримувати снарядами Російську Федерацію і активно постачати до окупаційної армії? Ну, да, проценты – это относительные цифры, они абсолютные. То есть россияне как производили, они так и производят в районе 5000 снарядов на сутки. То есть они могут это производить и не уменьшили, не увеличили. Они вышли на определенные граничные цифры и, в принципе, пока не отстроят новые заводы, они не увеличат, а заводы, чтобы построить завод, надо сначала по производству, допустим, снарядов, надо сначала построить завод по производству станков, которые будут производить снаряды, а потом только из этих станков создавать заводы и так далее и тому подобное. Это длительный процесс, иногда затягивается на десятки лет. Потому россияне пошли по более простому пути, они начали просто закупать снаряды в Северной Корее, часть китайских идет через Северную Корею, часть, естественно, иранских. Потому в абсолютных цифрах количество произведенных снарядов российских осталось, как оно и было. Просто увеличили поставки северокорейцы за счет китайцев, скорее всего. То есть, естественно, в процентном отношении выросло количество самих процентов, уменьшилось количество российских. Но это относительные уже цифры. Поэтому можно говорить о том, что участие Северной Кореи, Китая, Ирана в том числе в поставках просто увеличило общее количество снарядов, которые сейчас россияне используют. Но можно сказать и хорошие, то есть оптимистичные, так сказать, с точки зрения оптимизма посмотреть на вопрос поставок и к нам. Мы тоже увеличили, и наши партнеры увеличили нам поставки. Сейчас уже можно говорить о некоторых соотношениях цифр, где-то 1 к 2, 1 к 3. Вот на данный момент уже можно нашим артиллеристам в этом похвастаться. То есть, по большому счету, если бы сейчас не северокорейских, иранских и китайских снарядов у россиян не было, у нас бы был сейчас паритет, это минимум 1 к 1 уже были бы снаряды с российским производством. То есть, по некоторым позициям мы бы уже превышали. Потому Северная Корея с Китаем, естественно, Китай Северную Корею на это подвиг, спасли в этот раз, в том числе с этой точки зрения, спасли Россию. Китайцы с индийцами вытащили Россию из санкционной петли практически, а сейчас еще и с помощью Северной Кореи, и используя ее как прокладку, спасают россиян и от снарядного голода. И как раз вот эти цифры, они об этом и говорят. Ну, будем работать. Работаем мы на производство. Наши партнеры увеличивают производство. Я думаю, в этой гонке эта троица просто проиграет. Тягаться им с производством серьезным, если будет раскручен серьезный маховик по производству наших партнеров, они не потянут. Також, пане Романе, на сам кінець, доволі цікаве продовження тієї історії, про яку ми вчора говорили, про візит голови ООН Антоніо Гутерреша на поклон до диктатора Путіна на території тимчасової Росії. Зеленський, сьогодні президент, відреагував, що не погодився на візит голови ООН Гутерреша в Україну через його участь у самому саміті в РФ. В принципі, абсолютно очевидна і правильна реакція президента Зеленського. Тут наскільки ви погоджуєтеся, та от наскільки в майбутньому така фактично близькість між міжнародними важливими організаціями та диктатором Путіна і Росією, вони все-таки можуть зіграти не на користь, на жаль, України? Ну, редко, когда в последнее время исполнительная власть совершает правильные поступки, мы постоянно с вами про это проговариваем, но вот это очень правильное, грамотное, вовремя, и причем сразу вовремя произведенные действия. Его надо однозначно поддерживать. То есть Организацию Объединенных Наций возглавляет человек, который показал себя во всей красе, так сказать, там, практически присмыкаясь перед диктатором, террористом Путиным. Нельзя его пускать в Украину. Ни в коем случае. Тут надо дальше уже двигаться. Надо принимать решения вообще, наверное, по выходу из организации этих озабоченных наций, которые уже превратились в организацию по отмыванию налички. Мы это тоже видим прекрасно, потому что не просто так же Гутерреш там присмыкается перед Путиным. Скорее всего, идут определенные финансовые вливания. Ну, в принципе, каждая из стран содержит Организацию Объединенных Наций. Гутерреш, понимая, он сидя на этих потоках, он зависимый человек. Нечего там нам делать в Организации Объединенных Наций. В принципе, ни одна международная структура, ни одна не остановила ни одной российской пули, которая шла в тела наших солдат и наших граждан. То есть они показали, все международные организации показали свою абсолютную непригодность и вообще ненужность, из которых однозначно надо точно выходить и как минимум прекращать их финансировать. Лучше на эти деньги, которые мы платим на содержание этих международных организаций, заплатить на броники, каски и технику нашим военнослужащим. Это будет лучшее вложение финансов. Потому мы правильно сделали. По Гутеррешу это молодцы. А теперь надо, еще раз повторюсь, продолжить кислиться, дать команду, чтобы свернул свое представительство в Организации Объединенных Наций. У нас есть где его профпригодность применить. Ну и по остальным тоже этим присмыкающимся, которые приехали облобызать Путина, с ними также надо поступать, выводить их, так сказать, в черную зону, в зону руконепожимаемых, и тем более не пускать и близко не пускать на порог ні одного дому в Україні. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику, чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник з баз Українська армія, щодня традиційно відповідає на головніші питання цього дня і цього тижня. З вами був Дослав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитеся. Дивилося нас майже 3000 людей в онлайні. От прямо зараз напишіть ваші міста. Чи погоджуєтеся ви з думкою пана Романа Світана, чи ні? Теж цікава ваша думка. Підпишіться на цей YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.